На эти кадры нельзя взглянуть без слез. После освобождения блокадного Ленинграда от немецко-фашистских войск прошло 72 года. Многие из пришедших застали это время, когда были еще детьми. Тогда, в годы Великой Отечественной войны, из блокадного Ленинграда в Омск было эвакуировано более 17 тысяч человек. Спасенные и вывезенные в город дети, потерявшие родных и близких, навсегда связали свою жизнь с Сибирью. Мы благодарны омичам за то, что они приняли, обогрели, устроили прибывших сюда. Когда началась блокада, мне было около 7 лет. Конечно, ни один город вообще в мире не испытал такого испытания страшного, как Ленинград. В Ленинграде не было ни воды, ни топлива, ни света, но самое главное, не было еды. Известный памятник, посвященный детям блокадных времен, был построен по проекту омского скульптора Сергея Голованцева. Уже 2 года дети блокадного Ленинграда, а в Омске их проживает более 200 человек, собираются на этом месте, чтобы почтить подвиг и возложить цветы в память о своих героях. Эта традиция просто стала шире. И гости нашего города все видят, спрашивают, кому это памятник. Я бы сказал, что это памятник не только детям блокадного Ленинграда, которых гостеприимно приняла сибирская земля в годы Великой Отечественной войны. Это памятник всему детству, обожженному войной. Кроме ветеранов Великой Отечественной войны, в мероприятии приняли участие школьники и студенческая молодежь. Кому как не им, продолжать эту традицию и передавать ее из поколения в поколение. 72 года назад случилось это великолепное событие. Блокада была прорвана. 871 день стояли жители Ленинграда. Это должны знать дети еще с детского садика, такую дату. Все-таки 900 дней осада города проходила. Люди были голодными, холодными. Мне кажется, будущие поколения должны помнить об этом всегда. А мы должны пронести это все через лета. Есть в январе особенная дата. Не надо ни звонить, ни в гости звать. В тот день была разорвана блокада. Кто выжил, будет праздник отмечать. Ленинградские девочки ничего не забыли. Вечный реквием скорби, списки горьких утрат. Из пожара войны вас в Сибирь увозили. Далеко-далеко не вернуться назад. Как долго вы еще надеждой жили? Случится чудо, и прощай, детдом. И братство ленинградское сложили, связав в него навеки сердышом. Ленинградские девочки, не считайте морщины. Вы прекрасны и молоды, зеркала вам не лгут.